32 театральных коллектива не только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов России в течение года выходили на сцену форума «Взмах крыла», чтобы заразить своими эмоциями и переживаниями художественный совет и зрителей. Если в первый вошли профессионалы и знатоки театра, то вторые – самые строгие судьи, от которых полностью зависит успех участников форума. Для нас главное – вот то, кто перед нами сидит. И отбор тогда идет, понимаете? Чтобы это было интересно в этом направлении. Детские спектакли, спектакли по произведениям классиков, кукольные сказки. Форум «Взмах крыла» собрал разные театральные коллективы. Именно поэтому самую объективную оценку их работы может дать только зритель. Мы очень долго, скажем так, спорили, выбирали, думали. И все-таки пришли к мнению, что вот... Есть у нас спектакли, которые наиболее понравились зрителям прежде всего. И мы учредили приз, который так и называется «За полет души». И мы бы хотели, чтобы каждый молодой человек смог реализовать свой полет души на нашем фестивале, обрести второе свое крыло, то есть как следует опериться, да, чтобы крылья стали хорошими, и чтобы в конечном итоге мы все вместе, одной дружной командой, не делясь на разные театры, не будучи никакими конкурентами, потому что в искусстве нет конкурентов, в искусстве есть только содружество талантов, и только это дает созидательную силу. Вот все вместе могли бы, взмахивая нашими крыльями, сказать всему миру, что молодежь в нашей стране самая прекрасная, самая одухотворенная и самая замечательная. Завершится фестивальная неделя 21 февраля. Тогда же станут известны и названия театральных коллективов, обладателей приза «За полет души». Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».